Ну, давай попробуем понять, что это было. Вот смотри, эти красно-черные воины с главным, у которого на голове что-то непонятное. То ли сфера, то ли яйцо, овал. А посмотри теперь других воинов. Бело-синих, условно. Ты вначале сказал, что было два типа воинов. Да. А в них совсем другая информация идет. Какая? Они как вообще из другой структуры. Какой структуры? Свойства. Свойства, но идет как порядок, справедливость, вот такое вот что-то. А кто там главный? Откуда они, кто главный? Идет такая сфера из космоса. Сфера, как вот есть грозовая туча, через которую лучи солнца пробиваются. Вот такой столб света идет. И вот они из этого света выходят. Именно в их армии главный. У меня идет информация, что главный там. Как твои энергии я вижу. Великолепно. Возвращаемся к рою здесь. Вот к тому рою, где главная матка. Посмотри, а почему матка главная там? Муравьи бегают, они сами по себе бегают. Нет, у них у каждого как встроена программа. Они что-то каждый день, они просто так не бездельничают, так сказать. Да, а программа, они как-то координируют между собой действия? Да. Как? У них импульсы идут между ними. Идут импульсы, как такая, как сеть, как паутина, которая вот эти импульсы между ними идет как связующие звенья, которые их объединяют, вот как сеть такую. Но они, если смотреть сверху на них, то это как сеть. А вот эта матка, она руководит этой сетью. Как она руководит? Через основной посыл такой энергетический, как запрограммированный.
Она не то чтобы там отдельно каждому приказы отдает, нет, идет влияние на всю вот эту толпу. Смотри, механизм, как это происходит. То есть она думает, куда сигнал идет. Идет сигнал, вот в эти каналы, которые между ними уже есть. По этим каналам идет импульс им в голову, через голову в спину, и активация какая-то происходит. Так, хорошо. А вот теперь смотри тех инсектоидов, которые прикреплены к нашему руководству, ты говоришь, главы правительств. Это все оттуда же. И по таким же каналам импульс проходит именно ну как вот не физически, а идет импульс влияния на тонкие тела их. А через тонкие тела идет как уже сигнал в физику, в проявление, вот Да, совершенно верно. как в материализацию. Вот. А как этих людей можно одним словом? Они себя как называют? Вот для людей. Что их объединяет? Посмотри. Все этих руководителей корпораций, руководителей правительств, там всяких президенты, вот такое. Элита, Так, еще. масоны, что ли? Да? Умка. А-а-а. Все верно. Вот это получается земной рой. А кто вот на в земном рое главный сейчас? Есть там главный? Почему-то мне идет Папа Римский, все, я не знаю, насколько это. Но вот Да. идет, да? Ну, как Я вариант, просто не. еще, смотри, да. Ну, это ты один слой масонов взяла, скажем так, религиозный рой. Смотри, вот в религиях сколько масонов. Ну, там достаточно большое количество идет. Как у них сейчас дела? Напряжение идет, напряжение. Ну, не то чтобы неудовлетворенность они ощущают, а что-то покруче, конечно. Напряжение, как перед крахом, вот когда человек понимает, что ему вот чуть-чуть немного осталось, и вот все, конец. Вот как будто такое ощущение перед концом. И что они делают? Чтобы они как конец, как ускоряют, оттягивают, перекидывают. Какое-то действие общее производится. Но это как предсмертные судороги идут. Хочется как из последних сил что-то внедрить еще, но оно уже не актуально. Ну что внедрять?
даже не то чтобы внедрить, а вот идет как укрепить, как вот позиции свои укрепить. Идет на тонком плане вот это вот состояние страха, которое вот страх, вот это порабощение, вот это вот как плитой давят на весь народ. И вот как под гнетом, то есть уже совсем придавило, и вот она их победа, и тут эта плита, она идет как трещины дала. Почему? Что это за плита? Чем они прессуют народ? Сейчас. Ну, они всегда прессуют, но сейчас особенно. Ну да, уже люди вышли из вот этого страха, из вот этого ощущения собственной никчемности, которая вот как-то внедрялась. И получается, что это уже не актуально. И идет что-то, я даже не знаю, как это описать. Может быть, какое-то психотронное что-то. Это позитивное, негативное, на кого идет? Откуда? Негативное. Откуда? Оно идет на людей. Вот от вот этих слоев элиты, так сказать, да, идет как желание вот взять и загрести все вот так в свои лапы, вот как я вижу. Но не получается. Не получается. Вот в этих Почему? внутри этих лапах идет расширение световых полей, такой мощной энергии. Они как обжигают руки. Ну, это такие вот, да, как я это вижу в Наверное. таком образе. Оно обжигает и не может это удержать. Вот так. Потому что среди людей есть импульс, очень мощный Что импульс. за импульс? Откуда идет? Он также идет из одного источника. Но который вот как матка вот этим муравьям дает импульс, только она дает им как-то этот импульс в разрушительном ключе. А здесь идет вот источник света, и этот импульс идет также можно даже сказать, такая же паутина, сеть энергетическая, но в таком созидательном, конструктивном, мощном таком световом диапазоне, именно как знание, осознанность, как память. Подожди, так это же ты. Ты. Вот эта пластина, которую вначале я видела, которую залили чем-то, как она, чтобы окислилась и всю информацию потеряла, у тебя эта пластина восстановлена. И эта пластина восстановлена, и ты... Еще не вся. Ну да, ну вас большая часть. И вот это осознание, оно дает импульсы. Именно на восстановление своей памяти всем остальным. И идет вот этот вот световой поток сверху, который сюда, вот из которого и вышла вся вот эта команда воинов.
этот же поток проливается и сюда, он продолжает литься. Очень интересно. Они даже в ритуале это показали. Есть такой туганьяк ритуал. Песенка. Да? Я не знаю. Да я не особо и не смотрела. Забей. Так. Туганьяк? Ну, это в Казани был такой ритуал. Как вот эти вот элита, масоны показывают все происходящее? Они как-то людям объясняют? Они изначально, у них такое отношение было к общему вообще населению планеты, очень предвзятое. И они не считали нужным что-то объяснять. А Даже сейчас? когда у них очень хорошо получалось давить на сознание людей, порабощать, да, Как они давили? ну вот мне шла информация, что через страх, через ощущение себя, ну вот ты в рабстве, не дергайся. Просто вот живешь и Как они это живи. делают? Ну вот идет, что внедрение какой-то техногенной системы, но еще идут войны, вот эти вспышки, стравливание народа, то есть разжигание ненависти, страха Разделяющихся. и ненависти, А да, еще между народами. они как-то магией занимаются какой-то. Да. Какой? Ну, то, что я вижу вообще ритуальные какие-то. Ритуальные действия. Какие? Кровь вижу. Чья? Человеческая. Как она? Почему появляется? Откуда? Ну, как барана режут для жертвоприношения, вот так О, же. жертвоприношение. Отлично. Хорошо, мы этот момент пока опустим, попозже поразбираем. А для чего они нужны? Они показывают это как ритуал, вот этой. Вот этому как хозяину, я не знаю, кому, от кого они вообще Где пришли. хозяйки? Куда? Да, они показывают, что они продолжают ему служить. Они показывают, что они выполняют такие отличники, как себе бонусы заслуживают. А что за бонусы, смотри? Почему нельзя вот просто послужить без убийств? Вот зачем они убивают-то? Цель. Цель истребить все до того, как оно себя осознает, чтобы оно не осознало себя. Еще. Как ритуалы, вот эти убийства могут застопорить, мешать процессу осознания себя людьми? Чтобы им поклонялись, чтобы им в себе ну вот это вот держать в страхе. А зачем им страх-то? А потому что без страха не будут им поклоняться. Ну не то чтобы поклоняться, а служить, так можно сказать.
Вот смотри, вот я живу, ты живешь. Вот нам нужно какое-то служение, чтобы другие люди служили. Нет. Вот, а им зачем это? Желание что-то доказать, ну не что-то, а доказать свое превосходство, свою какую-то мнимую силу, Свое это власть. все, да. Если они муравьи, а у муравьев нет своего сознания, разума, то кто что кому доказывает с вами? Ну, получается, вот как я вижу, вот эта ущербность. И вот этой матке. А почему матка ущербно себя считает? Это внутри нее сидит. Она так оберегает это, чтобы никто это не понял и не увидел. Она себя считает ущербной, ущемленной, не как непризнанной. Идет выше вот эти вот сферы какие-то, вот я вижу, да, вот эти все матрешки. Да это, по моим ощущениям, просто идет как вот демоническая структура. О, что это за демоническая структура? Она вся упирается вот в эту большую сферу темную, которая темная. Итак, это же Рой. А демон-то при чем тут? Почему ты слово демоническое сказал? А потому что пришло. А почему? Откуда пришло спай? Смотри снова на, скажем так, главного у красно-черных. Главного красно-черного. Как он выглядит? Но она выглядит так, как демон. Он есть. Вот это вот округлое. Острие, помнишь, ты начал. Дорога Да, там, да, да. да. Я из тебя это выдавливал, как мог. А я так, ну да, я как-то Овал, детально. заостренность. Дорогая. Ну да. Да. Смотри, а подобные сущности сейчас на Земле есть в каком виде? Те, кто ему служит, скажем так. Очень много. Ага, сколько? Ну, половина точно. Половина чего? Половина населения. Она, многие даже неосознанно это делают. Вот идет информация, что очень многие даже под видом благодетеля какого-то, даже через внедрение чего-то духовного, Да, ну-ка, правильного, чего духовно, ну-ка, да. то есть он настолько такой многоликий и вот как я вижу, да, он ничем не брезгует, он использует все, Да. что можно использовать. То есть, как бы на войне все методы хороши, Да. вот по этому принципу. И какие-то течения я вижу, вот как каналы такие, что-то религиозное, какие-то вот Ну-ка, ну-ка, смотри как. практики, даже вот Да, какие-то да, да, люди. да. В общем, я вижу, что под прикрытием духовности. Вот смотри, как применяя религиозные какие-то вещи, люди попадают к нему в зависимость. Смотри.
Ты все верно видишь. И что с людьми происходит? Какие ритуалы в церкви отдают людей красно-черному? Сатане, условно. Вообще вот эти вот все преклонения, ощущение себя никчемным, И это когда тоже. вот это вот ощущение, что, ну вот мы там маленькие букашки, мы какие-то грешники, да, вот идет вот это вот, ну то есть признание своего бессилия какого-то. И вот я, когда люди думают, даже вот как я вижу, многие произносят, что я отдаю себя на волю тебе, вот там. Господу, Да, да. господину. Не Богу, а господину, да. Да. И Идет, чё? что. Ну, вот это вот поклонение мертвым. О, так, и Через вот чё? эти иконы. Да. То есть На мир энергетике мертвых. себя убить. Так, да, ещё что? Причастие, посмотри, что такое. Есть причастие. Это как кровь пить. Я не знаю, если честно, что такое причастие, но я вижу, как кровь. Да. Как поедание друг друга, Так. другого чего-то живого, Да, да? да. Плоть и кровь Христову. Они так называют. Пить и есть. Все верно. И люди, да, они как в забытии. Что с человеком происходит после этого? Энергетика, смотри, какие изменения. Сразу идет воздействие, как воздушный шарик, сдувается энергия, идет подавление вот этой темной материей. Как сухофрукт, человек начинает сжиматься, засыхать, и вот как паук в жертву, раз, и в паутину заплел в кокон. Вот так я вижу. Все верно. Энергетические сущности там есть какие-то при этом участвуют. В самой церкви. Да везде, хоть в людях ты говорил. Да. Ну вот, найди одного, дерни. Ну вот я вижу вот эти демонические структуры, там у них как большая разновидность видов. Ну, Но я среднего их всех какого-нибудь. вижу. Да, среднего какого-нибудь. Без меня это делать не нужно, но сейчас можно. Кого тебе комфортнее? Самого рогатого. Рогатенького сюда. Ну да, он здесь. Ну, поговори с ним. Как его имя? Кто он?
Да, он здесь. Сопротивляется. Сопротивляется, да, он с такой, ну, совсем недружелюбно настроен. А чего это он так? Глаза светящиеся. Чего он говорит? Говорит, что хотите. Покажи ему меня, спроси, кто я. Я знаю, кто это. Он так отвечает? Угу. Пусть скажет. Наша смерть. А почему это я их смерть? Что с ним происходит? Мешает нам существовать. А почему? Порядок решил навести. А кому они служат? Они называют его своим единым. Ну, а я к единому какое отношение имею? Из их структуры никакого. А вне их структуры. Вне их структуры прямое отношение. Какое прямое? Полная противоположность световая, которая вступила в спор. Последние 2 недели, что я делаю с ними? Почву из-под ног забирает. Каким образом? Их вот этот какой-то вибрационный уровень, который для них характерен и благоприятен, меняется. Я это один делаю, либо кто-то мне помогает? Нет, не один. Помощники есть. Какие, пусть покажет. Они тонкоматериальные. Пусть покажет. Посмотри сама. Я вижу такие достаточно большие аватары, но если смотреть на них, это больше как не люди. Черта не отпускай, он убежать пытается. М? Держи. Черта, держи, а то он убежать пытается. Угу. Они мощные, но у них, как сказать, они больше как-то, может, как на, если по земным меркам смотреть, они больше как на животных похожи, но На каких животных, посмотри. это Один вот я не. вид, либо не один. Пока я вижу один. Хорошо. Возвращаемся к черту. Смотри, черт, просканируй. У него... Он один, либо он в составе группы, скажем так, некой.
Под ним есть его какие-то помощники, ниже его. Сколько ему лет, годков? Пусть ответит сам. 500. А когда он появился? Он всегда таким был, как он сейчас, либо изменения какие-то были? Были изменения. Почему? После чего? А у него шел период как развитие своего какого-то. Его красно-черный создал. Да. Смотри, у него во лбу что-то есть. Да, как камень Что за камень? серого цвета. Он через него определенный вид энергии в поля людей может внедрять. А без этого камня что он может? Без камня он просто как паразит, которому нужно существовать, и для существования нужна ему просто энергия, так как своей нет. А что за камень? Откуда он? За какие-то заслуги ему дали. Кто? Какой-то подданный красно-черного. А кто дал-то? Он ему подчиня... Ну, он ему обязан подчиняться. Как охранитель какой-то. Вот тот, с кем ты сейчас общаешься, он самый главный черт. Да. Последние 2 недели численность чертей, демонов и прочего. Как изменилось? На 2/3 ушло. Думал на 90%, ладно. Что им дает еще силы сопротивляться? У нас есть надежда. На что? Они как из последних сил пытаются спровоцировать вот эти энергетические выплески агрессии, страха из людей. Это как... Да это просто как вот... ну, чтобы... Как цепляние какое-то. Да. Посмотри, вот этот вот камень. Или это может не камень, форма какая? Круглая. Так, Ну, значит его. не совсем круглая, наверное. Больше такая В одной проекции и в другой, длинная. смотри. С двух сторон. Если смотреть внутри, то она как пластина, она просто выглядывает как часть этой пластины, и она ну, похожа на камень. Назовем Но это это, монетка. да, можно так сказать. А из какого материала она сделана? Серый, холодный, как сталь какая-то. Свойства и оригинал происхождения.
ворованное что-то. У кого? Но они считают это своим каким-то достижением, но свойства, из которых состоит эта монета, она большая часть информации украдена и искажена. Вот откуда? Я у них откуда? Спроси у этого черта, откуда у него эта монета. Это его награда, ему как дали ее. Кто дал? И за что? Он сначала ничем не отличался от других, а потом развивался. Как-то проявил себя в плане какой-то выносливости, стойкости, и что-то, как орден какой-то получил от вышестоящего в тонкоматериальной структуре ему дали. И какое-то назначение главным сделало это его. Где вышестоящий сейчас? Он всегда был главным? Нет, не всегда. Когда он стал главным? Сейчас он главный когда? Главный сильный, условно, самый сильный. Не суть. 200 лет. Последние 2 недели, скажем так, сейчас есть черти сильнее демон, чем он? Именно таких, как он, нет. Были? Да. Что с ними стало? Их больше нет. Почему? Для них нет больше здесь пищи. Когда, сколько их было сильнее его, и почему пищи не стало, и когда это произошло? Сильнее него было еще так, 2, 3. Там как ступени какие-то показывают. Ой, Много. что-то Так, не лезь, не давай ему нет. лезть в голову. То не договорив, уничтожу. Да, над ним еще несколько стояло разновидностей. Вот два, а потом Что с еще ними три. произошло? Ну там много. Двадцать три. Он всегда обманывает чуть-чуть. А, ну 2 и 3, а тут Да. 23, да. У них какое-то расформатирование произошло, как на Чё энергетической это? оси. Все было классно, и потом раз как... Когда это произошло? Расформатирование-то? Слоями очищение шло. Кто чистил-то? Почему он называет это чем? Получается, он грязный? Пусть рассказывает. Считываю инфу. Он говорит, я такой, каким меня создали. Замечательно. Что с другими произошло и когда? Когда они исчезли? Совсем недавно. Окончательно. Их разобрали на энергетическое сырье. Да. Кто? Ты. А почему? Опять еще раз. Вот не трогал я их, не трогал и начал. Что произошло? Они сами виноваты.
Они признают свою вину, он говорит. Ну, Уже они... хорошо. Но перед смертью не надышишься. Что за вина? В чем они виноваты? Каждое их действие противоречит правде. Я называю это коном вселенной. Монетку пусть скажет, из чего сделано. Какая-то платина. Чья это платина? Чем было свойство? В ней есть некоторые свойства, которые, когда соприкасаются с полями других людей, люди это воспринимают как за благость. Что это за И так свойство? как Откуда? эти свойства были украдены, они обманным путем сделали себе вот эти пластины, через которые, через влияние которых как раз и, ну, в общем, пользовались вот Влазят в этими, голову и так далее, да, да. да, как в доверие входят. Где сейчас И едины их? показывает, выше стоит. Выше стоит и наблюдает. Ну-ка покажет, пусть покажет, где он. Сейчас он где стоит? Здесь он проявил его, он видит его и показывает. Пусть ткнет в него палкой. Боится. Это просто изображение. Пусть ткнет. Ой, это весь образ рассыпался. Еще раз спрашиваю, где единый? Нет больше. Куда исчез? Сгорел. Чё это так? То, что истина. Не подлежит. Осквернению. А кто пытался осквернить то, что истина? Мы. И, соответственно, за это что? С ними должно произойти, следует с ними сделать. Мы готовы принять. Пусть собирает все монетки из всех чертей и демонов в свою. Силу всех в одну. Быстро. Да, они слетаются. И их достаточно большое количество. Да, собрал.
Он знает, кому принадлежит материал этой монетки. Да. Пусть отдаст кому. Твоей структуре. Пусть отдает мне. Отдал. Смотри, что с ним происходит. Он сгорает. Наслаждайся, наблюдая уникальным процессом видения догорания, уничтожения последних чертей и демонов. Достали они меня, с ними 2 недели, как мог. Да, все. Какие изменения сейчас происходят? В тебе, во мне, везде, в мире, в нашей Вселенной. Я вижу, как расширение идет. Расширение такое. Но если брать отдельного человека, то как будто бы в голове, вот как проснулся, просветление какое-то идет такое. Расширение сознания, что ли, или как вот повышение осознанности. Если брать какие-то группы людей, то поля интересно, у них начинают выстраиваться. Распрямление такое идет, энерготел, выпрямление, выравнивание. Да, чистота, как что это было, как проснулись. Эгрегоры, смотри, как перестраиваются. Интересно. А из них я вижу, как тоже освобождение идет. Людей отпускают. Ладно, перерыв.